Ну что, собираюсь, приветствуем, продолжаем с вами проходить Iron Man 1. Уже почти все прошли, грубо говоря. Но осталось другое 3 миссии, наверное, 4-3 миссии, что-то такое. Думаю, за эту или за 2 серии пойдем с вами, поэтому... Ну, за что подумаем, давайте пройдем обязательно. Пройдете эту курс, пройдете какие-то или 5 АВД, потом просмотр. Обязательно продолжаем проходить домой. Если не на прошлой серии, ссылочка постоянно находится на плейлист, далее прохожу, с полным проходить данной игры. И подскажешь еще ниже описания, либо справа вверху, так в высоте назад, в белом кружочке будет нажимаешь, там будет прикреплена прошлая серия и плыть с полным прожигением на игре. Вот, при этом просмотре, ребята, еще раз, мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, остановились мы с тобой здесь, собственно, да? Да. Сейчас продолжите. Вот как мне вот улучшение, что это, блядь, как мне вот их, что это? Вообще все равно, прикинь. А, типа, я так понял, как я понял, это само все открывается улучшение. Типа они сами, ну, сами, короче. Сами, грубо говоря, и это, как называется-то, применяются автоматически, то есть их нельзя выбрать. Это, конечно, бред, ну ладно. Ну что, мы с тобой прошли, вот сколько мы с тобой прошли, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, нам осталось с тобой, раз, два, три, ну да, три, четыре, у нас с тобой, три или четыре нам осталось с тобой, собственно, миссия, поэтому давай, быстренько пройдем, и я думаю, все, погнали, что, блядь, книга комиксов. О, мазерфак. Типа вот этот можно выбрать. Ну, давай вот этот. Блять. Мой здоровье. Так. Смотрим, что. Что-то читает. Over 500. Stark weapons are still very popular, in spite of you. It's pretty annoying that I'm so damn good at my job. Yes, Tony. This is crazy. I can't go through all this crap and tell me who the top buyer is. You're the boss. Is this the first time you've looked at your books, Tony? It's the first time I've wanted to know what particular phylum of low-life deviants is using my weapons. Well, they're not all criminals. The Pentagon's one of your big clients. Wait a minute. You're not here to buy my suit, are you? It's not for sale. Listen, there's a problem with a nuclear base in Russia. And we can't send in troops for obvious reasons, but... There is another option. There are always other options, Rhodey. Advanced idea mechanics, AIM. No, not possible. Yeah. Tony, I ran the numbers. Your top buyer was Advanced Idea Mechanics. Like I said, highly likely. Что-то какая-то миссия тоже будет. Механик продвинутый идеи, если они такие продвинуты, почему еще создать все оружие без помощи моей технологии? Ичким лет, знаешь, никто не сможет не сравниться. Особенно сейчас, когда у меня есть совершенный источник, что-то там. Это великие ранее, сейчас у меня уже точно есть связь. Погоди, твое оружие всегда ограничено источником энергии? Да, что? Конечно, надо защитить эти склады, окей. Блять, что это? А, нихуя, прикинь, смотри.
Ой, бля, они, кстати, нормально так херачат. Radiation levels are dangerously high inside the depot. Soldiers may have opened the dry casks, exposing the spent nuclear fuel. Activate my radiation shield. I'll close the cast. Что мне нужно сделать, Файл? Просто закрыть, блядь? Что? Серьезно, блядь? Сейчас серьезно? Подожди, ты сейчас просто закрываешь и все? Casks have been sealed. Radiation still in vicinity. Close depot doors to contain radiation. On it. Да. Ну ладно. Да все, все, мужики, давайте, покедово. The depot doors sealed, sir. Больно? Ну нахуй вообще, блядь. Слышь, ёпта. А еще потерпеть, куда тут лететь? А, вон. Все, подсосем ж бегу. Ну, кстати, вот эти ребята, которые, блядь, вот этой херни ебашут, они, кстати, ну, нормально, блядь, снимают броню. Прям очень хорошо. Ну что, ну, а, они должны проводить что? Что на правой военной атаке? Эй, слушай, не знаю, но уверен, ты делаешь правое дело. Ебать. Хорошо пролетело прям. Да все, мальчик, давай, пока, блядь. Да ебать твой, блядь, серьезно, ребят, ну вы рили так будете делать? Не, я все понимаю, конечно, но вас не устраивает что-то, но... Ой, блядь, больно. Где ты, блядь, что ты там? Что ты там делаешь, а, блядь, что? Это все? Надо еще наверху что-то вернуть. Да. Просто закрываем, понимаешь, все. I hope these doors aren't frozen solid. Let me guess. Nuclear radiation. Affirmative, sir. There are several open casks inside. Подожди, сэр, внутри несколько этих бочек. Я и так закрываю, нет? Теперь тут еще бы найти выход отсюда, блядь, знаешь? Бля, больновато, если что. А, ему похуй, да, то есть? Ну ладно. Буду знать. Не, ребят, сегодня не надо. И сейчас закрываю. Подожди, сейчас дай закрою, потом уже разберемся, ладно? Beta depot door sealed, sir.
loading the cargo onto trains. That train is not going. Ну что же, вызвал поезд? Что, блин? Да не поезд, сэр. Военно. А что это вообще, блядь? Смотри. Бля, ему похуй или что, блядь? Мальчик, тебе вообще все равно или что, блядь? С ним понять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больновато, если честно. Давай все в броню дадим сейчас. Прямо, чтобы вообще было хорошо. Бля, ты смеешься или что, блядь? Алло. Ты, тварь, блядь, где ты? А, промахнулся. Давай, блядь. Ну это вообще читерная хуйня, нет, блядь? У него самонаводящиеся эти ракеты. Нормально все? Все хорошо, блядь? А что у меня с ракетами? А, ну то есть, мальчик, тебе вообще все равно, да, блядь? Конец-то, блядь. Ага, здорово. Грязовой поезд, тут же, блядь, обезопасить последний склад. Блядь, здесь пизда вообще-то, нет? Не, блядь, пока, блядь. Ладно, давай, типа, поснимаю. Бля, близновато. Дурачок? Блядь, надоел, блядь. По нему похуй, да? Здесь типа чел, алло, ну типа ему вообще все равно, видишь, он вообще титан, вообще жесткий. Ну ладно, титан так титан. Че за хуйня вообще? Ну ладно. Да вам вообще все равно, я по вам стреляю, я говорю, все равно, вообще все равно, блять, что я не пойму. Да все, покедово, давай, покедово. Неизвестного жара, блядь. Да, блядь, как вы по мне попадаете, скажи, мужик? Ты отвернулся от меня, что ты делаешь? Просто взял чел, отвернулся, попал, блядь, прикинь. Ну вот, прикинь, а я навожу на эти ракеты свои, вот свои стреляю, технологичные ракеты, блядь, в самолет, вот эти вражеские, ебать. А я им по уху, они улетают, они уворачиваются от них, понимаешь? То есть настолько, типа, вообще все равно им. Понимаешь, вот настолько, типа, все равно. Да, бля, идите нахуй, отъебись-то. Смотри, им вообще все равно, они прям, ну, у них аим жесткий, понимаешь? И вот им вообще все равно на то, что я уворачиваю, вообще все равно, типа. А я то, что делаю, им они такие, ага, хочешь попасть? А хуй тебе, блядь. И все, блядь, и все. Ну, проведем боевой костюм, синтез титана. Я угадал, титан, блядь. Эй, похоже на мой костюм. Да, сэр.
Поделка, все же. Yes, sir. Leave now. I'm sorry, did you just say something? You have no business here. Get up. Go ahead. Так унизично, нет? Куда ты полез, ёпта, алё? The enemy's armor is in a critical state. More radiation, and it will surely explode. Ах ты, сука, блядь. Босс, типа, блядь, ну ладно. Enough of this nonsense. You die now. Да отсосёшь ты, смотри. Смотришь? Ну ты дурачок, ты в курсе? Ну как прошлый босс, примерно, такой же, блядь. Куда ты полез? Не надо так. Ну вообще все равно, видишь, что строил. Бля, я обожаю эту игру просто, блядь. Такие простые ловки делаешь и все, смотри. Мне вообще все равно. Чел, ну ты хоть подумай, что делаешь, не знаю. Чё? Не понял, ну ладно. Ну вот смотри, я просто стою в одном месте и все, я фигачу. То есть, ну, почти... А, блин, ну ладно, извините, ребят. Короче, у него почти все хп уже ушло, то есть... Ну то есть... Ну понятно, да? Ну и куда-то полез, для чего? Ну скажи, для чего он тебе? Бля, ты серьезно, алё? Sir, his armor is absorbing radiation. Now is the time to strike. Все, устал маленький, да? Detecting increase in radiation levels. Close to critical. Recommend protecting any remaining containment units. Ну что ты бегаешь, что? Ай, больно. Устал. Все эти люди, ты приговорил их к смерти. Это какие-то бредовые. Что это? О боже! О боже, давай спущу сейчас свет, куда свое. Во. Чтобы вам было видно, да, хп этого самого босса. Такой бред вообще, блядь. Это, конечно, с самого начала, блядь. Не, все, с боссом. Advanced battlesuit detected. Titanium synthesis. Hey, that kind of looks like my suit. Yes, sir. It's a second knockoff, but still. Yes, sir. Leave now. I'm sorry, did you just say something? You have no business here. Get out.
Go ahead. Ну, что-то, что-то. The enemy's armor is in a critical state. More radiation, and it will surely explode. Хочу, когда он подходит к этой штуке, нужно его просто руками фигачить, но оно... Видно, видно, и вам видно, да, его хп-шку с боссом. Да, интересный босс, очень интересный, скажу, что один, что второй, очень интересный босс, просто вот стоишь в одном месте, он встает, опа, пошел, пошел, смотри. Enough of this nonsense. You die now. Куда ты полез, алло? Смотри, устал он теперь, видишь? Оп, устал, смотри. Куда, куда, куда ты лезешь, алло, блядь? Все, устал маленький, да? Give up. Don't make me kill you. That's what it will take. Да, ей больно вообще-то, слышь. Куда ты полез, маленький, блядь? Ну просто, ну это, чё, ну что это такое, что это за боссы, блядь? Ой, блядь. И одна, сама игра, блядь, как, ой, блядь, это я зря взял. Сама игра, чистый бред, блядь, реально. А, все, можно было даже руками его. Долить титанового, блядь. Все. О боже. Игра, одна игра, сама игра, вот вся игра, как, какой-то бред, не знаю. Ой, ладно. Не, ну прикольно, типа, но... Ну, типа, серьезно. Ну, ладно, ладно. Судно Лида. Че, судно Лида какое-то, блядь. Поехали сразу же. Next. Tony. They're completely insane. A nuclear facility? I get it, man. Look. Those maniacs are crossing the line. I make weapons smarter, more accurate, more efficient. But nuclear energy? That's indiscriminate destruction. Yeah, you could hurt somebody. Look, I need to talk to you AIM about... is a menace. That's what I need to talk to Rhodey, you. Look. Look at this. Triggering a nuclear meltdown. But to what end? At first, I just wanted to destroy my own weapons, and that was simple, but... Now I know about AIM. And since I know, I have an obligation to do something about it. Right? Don't I? Tony, will you listen to me for a second? Look, we've lost contact with one of our ships. It's an advanced prototype out on a maiden voyage. And we think it might be AIM. The forces are mobilizing, but they can't move fast enough. Brief me in the air. Oh, я это веб повыше сделал. Некоторое время назад мы потеряли связь с кораблем. Он современным стоит миллиардом. Я знаю, я правил вам. Почему? У них уже есть куча твоего оружия. Не знаю, но догадываюсь, им нужны источники энергии. И ядерный реактор на этом корабле как раз то, что нужно. Побей первую линию обороны снаружи судна. А, мне все надо уничтожить здесь, это.
А, они вот эти темы. Да, вот эти темы, все хорошо. Ой, больно. Знаешь, где-то здесь еще. Не тревожься, ты в безопасности. Я контролирую электрическую активность ритуал разума. Любое сопротивление нанесет перманент дом. Просто слушайся, и все будет хорошо. Ты кто вообще, блядь? А что за хуйня? What just happened? Hey, I'm Tony Stark. Nothing stops me. Мне теперь разные стороны, это, блядь. Все хорошо. А вот все, Они просто не захватить контроль. Ah, you see, the design works. They were idiots not to fund me. Да, теперь у меня шагнул, я сейчас делаю вправо. Ну, типа, пытаюсь вправо лететь, он летит влево, блять. Понятно. Бать, вы что? Что у вас, все хорошо? Один остался. Это босс еще один, что ли? Ой, боже. Нахуяно. Secondary cargo doors open, sir. Located the whole facility, sir. Careful. Any casualties, I can't protect you. Copy that, Rudy. Let's get him out of here. The drones are holding the soldiers captive, sir. Образом. Спаси экипаж, сдерживаю в заложниках, зону всякие, что держу я. Radioactive signature of first reactor detected and marked, sir. Ой.
Нет, не туда. А где оно, блядь, находится? А, во. Ты в моей ловушке, блядь, человек. Ты кто вообще, блядь, такой? What? Что? Как ты? Вот так, ёпта. А, тебе похуй, мужик, или что, блядь? Нормально. Ой, блядь. Мальчик, тебе все равно, блять, ему похуй, он защищает эта хуйня, что ли, или что, блять, по поручню, блять. Бля, ребята, идите нахуй, пожалуйста. Все, заебали, блять. Честно уже, блять. Да все, пока, блядь. Сэр, конвой движется к второстепенной зоне погрузки. Не может захватить эти реакторы, Тони. Я знаю. Вообще похуй на всех, поебашь так. Ой, как хорошо здесь дают-то, блять. Ой, как хорошо здесь пиздец, ребята. Я вам честно скажу, здесь... О, здесь пизда вообще. Пизда, 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 пизда. Живи ты, блять. Бля, вертолет меня заебал, честно уже. Сука, тварь ебаная. Давай с тобой поговорим на рамстах чисто, бля. Давай. Поговорим с тобой сейчас, чисто я с тобой поговорю. Где еще один ублюдок, блядь, который стреляет? Вот он, нахуй. Поехали. Ну давай, бля, давай. Кого ты там стреляешь, ты, блядь? Бля, вот танк это самый такие ебаные нахуй сейчас. Давай, живи. Угу. Теперь мне похуй, ребята, на вас. А не будет, он будет стрелять или что? Или, ну похуй вообще. Я пока все в броню, ребята, дал. Что-то очень нужно здесь. Блять, ну заебал ты можешь, ты все, блять. А танку похуй, да? То есть на вот эти, блядь, технологические ракеты, да? То есть, ну вообще поебать. Ну, в целом вообще похуй, да? Нормально. Зато мне дамаг носит такой же жесткий просто, блять. Two
Два реактора источника. Зачем? Это что такое? То, пожалуйста, не единый аэропорт. Обсуждаем это, обсуждаем. Все обсуждаем, что здесь было, обсуждаем. Они угрозы даже нашим... Что ты им продал, Тони? Роди, они брали все, что было в ассортименте. Обычно делали, они. В этом я. Но откуда оно? Понятия не имею. Все, вот прошли мы с вами миссию, блядь. Продолжить. Такая была душновата, блядь, миссия. Да. Все, вот последняя миссия. Ну да, попробуем, ладно, вот этот. Интересно, что это за костюм. Просто интересно. А, у него вот этот, у него другой. They're probably not very happy about the fact that you're destroying their investments. Cry me a river. Besides, they still don't have a power source like mine. Pepper, find out who's on the AIM payroll. I need a name for their systems designer. Yeah, that'll be easy. You can't just get that off the internet. No, I can't. But you will. I must talk to somebody. You said you finished the power source prototype. My engineers need a more complete version of the armor. No, they don't. You've got everything you need. If you can't send the prototype, then I have to assume you don't really have one. Of course we have one. Then send it. It's not that simple. Make it simple. Ну, ты понимаешь, вот этот босс, да, у нас будет, он будет боссом, и все. Hey, Najee, come here, buddy. Look, I got a number, it's connected to a Swiss account. Now, you could buy anything you want. All I'm asking in return is you just give me a minute so my friend... Oh, boy. Damn. It's not money they want. Well, suffice to say, they could use a little. Where's the cappuccino machine? They want power. They want your weapons. Now we have a firm grasp of the obvious. Look, no money, no weapons. There's plenty of money in this world, but only one mind of Tony Stark. You have used that mind to design brilliant weapons. I create technology. Weapons are a byproduct. And now these men want the same. And you cannot blame them for wanting what you so clearly possess. Опять он, блядь, что? What the hell is going on here? Is this some military exercise? Нет, Тони, он на нас напали, я не понимаю, оружие исчезло, что они хотят? Последнее оружие попер, костюм же человека. Тони, Стейн здесь, он пытался набраться к тебе. Пеппер, я хочу, чтобы ты вывел всех отсюда живо. О, Тони, ты не планируешь ничего сумасшедшего? Напиши безумие. Блять, что это за костюм? What's your status? Volsky's launching an attack on Stark Industries. Well, on me, actually. It's AIM, isn't it? They just won't quit. Что здесь, блядь? Я так понимаю, это все финал, блядь, игры? Ну. Бля, ну это вообще костюм, блядь. Бля, он смешно здесь, блядь. Прям смотри, очень смешно выглядит, блядь. В Затарке был один костюм, да, Марк 3, а тут такой, ну ладно. Ну ладно. I have Obadiah on the line. Hello,
Так, ой, блядь, что? Давай сначала вот этих РПГшников, блядь. Сначала РПГшников. Типа это, я понял, типа арена, что ли, сделана? Надо выстоять. Понятно. Ай, больно. О чем это ты? Ты меня закрыл, ты утаил костюм от меня, от всех нас. Думаешь, просто потому что у тебя есть идея, он приложит себе? Ой, блядь. Блядь, ты можешь сюда прицелиться или что? Или тебе похуй? Алло. Наконец-то, блядь. Что вы делаете? Алло, блядь. Тебе уже говорил, кажется, надо было слушать. Бежит, бежит, бежит. Ну понятно, да, это босс. Так, поехали, ладно. Хорошо, хорошо, поехали. Шо ты, плаки-плаки, да? Кто это, блядь, что это за... на, ёпта. Курсор, блядь. Да, блядь, можешь попасть по нему, блядь, автонаведение ебаное, блядь, какое-то. Давай, 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 давай. Ну что, что такое? А, ребят, точно, сейчас, давайте, чтобы было его, это босс, типа, блядь, давайте, чтобы он было. ХПшечку его видно тоже. Поехали. Блядь, где? Иди отсюда, ёпта. Этот босс вообще, ну, никакой, смотри, он даже не попадает, блядь. А вот эти им вообще все равно, не попадают только так, блядь. Шо ты, плаки-плаки или нормалдаки? А? Плаки-плаки или нормал... Ну, ладно, нормалдаки, блядь. Что ты? Ну что ты? Ну что? Ну что? Ну что? Ты вот, ты опять за свое, да, взялся? То есть опять мажешь, да, как всегда? Я понимаю тебя, правильно? Я правильно тебя понимаю? Опять мажешь? Это Булский. Прошел подкрепление, уже. Тони, ты это записал? Да что ты, блядь, ёпта. Да все, все, соси бибу, блядь, мужик. Давай, 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 давай. Смотри, смотри сейчас, смотри, 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 смотри. Устал, да? Устал? Опять устал? Блин, миллионер плейбой, ты там не скажи. Бля, ну оно не надо, видишь? О, ёпта. Да, мальчик, ты, ну опять, понимаешь, ты опять за свое, то есть ты опять собираешься вот, ну, опять продуть, да? То есть опозориться, да, как всегда? На, ёпта. А, у смех хп-шка даже не отнимается, что? Нужен передать врага, Булский идут скрепления. Вот это плохо. Бля, вот эти РПГшники, конечно, это, блядь... Что-то с чем-то, блядь. Поехали. Блядь, твари! Это танк-то вообще жесть. Что, блядь, что это? Я и так уже, понимаешь? Куда ты стреляешь, алё, блядь? Ну что ты, что ты? Ну давай, давай, позорься, позорься еще. Ну давай, блядь. Ну ты же мастер в этом, да? Ой, мальчик просто решил позориться на это. На весь канал, блядь. Понимаешь? Ну просто что он делает? Ну давай, ну давай, ну давай, да, 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 давай, блядь. А теперь моя очередь, хорошо, блядь. А, смотри, по нему даже урон да не проходит. Что, блядь? Вот я по нему стреляю, урон не проходит. I see choppers, Rory. Tell me that's you. Что это? Что это ты? Не друг, будет весело. Понятно. О, блядь, понятно.
Вот вертолет вообще изи, блять. А вот этот хуйня я смотрел. А хотя тоже. Погнали. Что ты, мальчик? Ой, блядь, что это такое сейчас было? Я не понял, блядь. Не понял. Ну давай, давай. Смотри, просто вокруг него летаем, он просто вот мимо. Смотри, прям около тебя, видишь, около тебя прям, вот, смотри, около тебя стреляет. Видишь, ну один раз попал, ладно, а около тебя вообще летаю, если что. Бля, ну, было неприятно, согласен. Кто там, блядь? Алло, что ты делаешь? Кто еще? Где? Мальчик, ты видишь, даже спиной к тебе летает, не попадаешь. Ну, ты решил позориться. Ай, Старк, это мнение меня не остановит. Бля, ну вот это ты, конечно, зря сделал. В курсе? Подожди, я пока паду тех, пофигачу. Бля. Шо, ты плаки-плаки, да? Ну, плачь, поплачь, да. Блядь. Это, кстати, опасно очень. Скажу вам так. Да, как броню все дадим. Ну что это? Где он, блядь? Иди сюда. Так. Вот смотри, вообще, я вот от них уворачиваюсь, им вообще все равно. Там босс вообще мазила полный, блядь. Что это такое вообще, блядь? Ну, то есть этот мажет, да, то есть сделали так, что типа я летаю, он мажет, блядь. А сделать ботов таких же, вот смотри, вот я, вот смотри, вот уворачиваюсь, вообще все, он прям попадает только, он прям аимит просто, жестко аимит. Да еще один, блядь, самолет, ну ты серьезно? Самолеты тоже еще, видишь, мажут, не всегда попадают. А эти боты просто, им вообще все равно, челики вообще все равно. Блядь, что происходит вообще, кто? А, вон что. Ёпта, иди отсюда. Блядь, челики, ну вы серьезно? Ну вы серьезно сейчас? Ну вы, блядь, серьезно сейчас, бля, надо уходить. Очень жестко сейчас эта хуйня. Ну я сейчас, ты смотришь, я тоже постою так. Так тоже нечестно, знаешь, много на одного чисто, блядь. Это нихуя нечестно, блядь. Ну просто, ну что это, блядь, что это такое? Отдали титанового снова. Пеппер, где стоим? Не знаю. А чем продолжал? Я буду в мастерской. Найди Обадая. Да, я чуть-чуть в шоке, конечно. Я в шоке чуть-чуть с этого. Правда. Да. Блять. Просто сделали NPC-жику с этими, блядь, электрическими, которые, знаешь, эти электрические шары кидают. Ну, типа, стреляешь шарами, то эти электрическими, да? Они просто не, они не мажут никогда. То есть, уворачиваются, они не мажут никогда. А босса они сделали вообще мазилы жестко. Ну, типа... Да. Ну, ладно. Так, давай с тобой запишем. И, собственно, финал пройдем, да? Собственно, да. Собственно, да. Пройдем с тобой финал. Почему бы и нет? Как говорится, да? Почему бы и нет? Когда можно, да. А можно нет. Почему когда да, то можно нет. Или почему нет? Почему когда нет, можно да. Нельзя, да. О, погнали. О, классик, смотри, что тут. Классик. Да, да, его попробуем, давай его попробуем. Интересно. Поехали. Так понимаю, это финал, все, блядь. Funny, I didn't hear you knock, Obi. I had to talk to you. You have been working with AIM. Don't look so surprised. Why? Because you won't work with me, Tony. You're selfish. You always have been. You better get out of here, Stain. How could you do business with AIM? They are a sick bunch of... Don't get on your high horse, Tony. Stark Industries is no better than they are. Your Iron Man suit is an incredible invention. Your Mona Lisa. And you're keeping it to yourself.
Imagine what the Pentagon could do with an army of Iron Men. And imagine what the bad guys could do. Can't control that. You can only make the best product possible and bring it to market first. You're gonna need to leave before I have you arrested. I have your original Iron Man suit. What? How? Some men will do anything for money, Tony. Even you should understand that. The suit is a marvel. Only one problem. No power source. Even money, it seems, can't produce one. We've tried. Nobody's as smart as you, Tony. And they never will be. Your life's been a waste, Tony. But your death will be a gift to the world. Tony, it's Rhodey. They got Batman. Ну ладно. Tony, take it easy. You shouldn't even be alive after. Да, сколько это вообще что-то там. Я должен найти Бэтмена, она точно здесь. No doubt about it. Нет сомнений, разведка говорит, там как исследование IEM. Я позабочусь об этом, найди Стэн. А, это классический, блядь. Что это за костюм, блядь? Ну ладно, классик то классик. Да, интересная игрушка, но у меня же есть мнение об этом всем вообще. I see a gate at the bottom of the dam. Yes, sir. The control panel for the gate is located behind that large window. Да, посмотрим на него. Блять. Куда ты, блядь? Пошли, разошлись. Аккуратно. Классический костюм, пусть, ну, вот такого, видите, вот такой. Ну ладно, ладно, вот открыто. Поехали. Где? Где, блядь? А, во. А чё тебе костюм как у меня, не понял, блядь. Тут у тебя мой костюм, блядь. А, нормально, все хорошо, почему их несколько, я один что-то есть еще. Ну так-то, просто хочу сказать вам. На, ёпта. Покедово, блять. А что здесь? А мне там нужно, типа. Что мне здесь нужно сделать? Снаружи уничтожить тоже. Давай, блядь. Кого? Что это такое вообще? А, там есть все. Да. Да.
Any sign of Stain? He's disappeared. He took the Stark jet. There's no recorded. Давайте так же, ребят. Давайте. Видишь, ну хотя бы разнообразие здесь этих скинов. Ну, грубо говоря, скинов. Косметика хотя бы разнообразна здесь. Уебать, вы кто? Ну, ладно. Что-то мы закрыли, что-то открыли. Ну, ладно. Это место... Чё? Не могу, Тони, у них мера противодействия, я даже не вижу тебя. Джарвис, что происходит? Звони в оружие, три EMP передатчики, сэр. Мои системы ломаются. Блядь, не рядом. Что я говорю сам с собой? Ой, бля, жестко. Серьезно, что он бегает-то? Он перенаправляет, смотри. Мальчик, все хорошо у тебя. И как мне их обрубить? А, вот все. Даже тратить не буду время на это. Погнали. Жестко. Идите нахуй, твари.
EMP transmitters destroyed. Systems fully operational. Welcome back, Jarvis. This is Pepper calling. That was a Pepper. Привет, Тони. Pepper. Pepper. You have to leave. Должен уходить. They're using me as bait. Как приманка. I'm not going anywhere. Я никуда не пойду. Are you all right? I'm fine. Да, просто будь осторожен. Just be careful, okay? Sit tight. Сиди, I got you. Сиди, жди, я пройду. Мешая им разрушить главного. Ага. Нормально. Все хорошо. Как мне всех этих нужно уничтожить? Ну, типа, это финальная миссия, если, блин, ну... Как арена выглядит, если честно. Быстрее заряжай, алло. Сейчас надо всех этих, да, врагов зафигачить. Правильно понимаю? Денег еще работал нормально, все хорошо. Блять, ну быстрее можно. А вот что могу, смотри, еще сделать. Ну это прикольно сделано. Что, блять? Где еще здесь кто?
А мне надо всех, да, зафигачить, правильно понимаю? Ну ладно. Блять. На, так и думал. О, здорово. Видите стрелочки? Это где вот это, ну, на геймпаде, на PlayStation-ском геймпаде, там где крестик, ноль, квадратик и тому подобное. Вот это я нажимаю. То есть он показывает, вот сейчас показал он вроде влево, да? Повернул два. А как? Мне тогда что делать вообще, я не понимаю. Да, с самого начала еще. I have to find Pepper. You're sure she's here? No doubt about it. Our intel says it's an AIM research facility. I'll take care of this. You find Stain. Any sign of Stain? He's disappeared. He took the Stark jet. There's no recorded flight plan. That son of a bitch. Idea where Pepper is. No can do, Tony. They've got countermeasures. Can't even see you. Jarvis, what's happening? Three EMP transmitters detected in the area, sir. My systems are breaking down. Those EMPs need to go. I need my radar to find Pepper, and if you're not around, I'm just gonna end up talking to myself.
Так, ребята, я прошел до того момента. Мне слегка непонятно, что нужно было делать. А охранять эту центральную тока, да? Или вот эти тоже? Что они вроде как выезжали вот отсюда. Вот, ну да, по центральному тут надо было, так понимаю. Или вот эту надо было охранять, я не знаю. Но видимо, вот эту центральную. Факт, здесь сколько мест? Раз, два, три, четыре. А, похуй, да, то, что я уворачиваюсь. Я примерно так и понял, ладно. Да. Я в шоке, я орирую. EMP transmitters destroyed. Systems fully operational. Welcome back, Jarvis. Да вызывай меня, прием, Тони. Пеппер! Уходить, я у них приманка. Эту маленькую нужно было. Just be careful, okay? Sit tight. I got you. Опасные самые это танки, блять. Ну, вон, есть мои хуяри тоже. Блять, а можно брать? Алло. Самоопасные танки и РПГ-шники, как я понимаю. Жалко, что здесь ничего не показывается, сколько ХП осталось у этого всего. Так, здесь кто-то еще есть? Вон бежит, я вижу. Так, сначала его. Сначала танк, потому что он жестко дамаг, наверное, носит. Блять, тебе похуй или что, блять, мужик? Где еще? Вон, я вижу, выехал. Где next? Вон он мне. Вон там я вижу, да, вон. Бля, идите нахуй, ёпта. Я потом попал, ничего? Алло. Вс,
Все хорошо, алло. Иди в пизду, все. Тебя, блядь, еще. Вон ебашит, я вижу, все. Там ебашит. Где еще? Вон там. Где еще? Пеппер! Пеппер! Тварь ебаная. Где еще твари, блять? Вон идут. Фу. Наружу такой же ракета. Ракета нацелена на главное. Реакторы. А чё они нацелят свои реакторы? Пеппер внутри. Да, ракета уничтожит главный реактор. Ну такой финальчик, да, пожестче будет. Где? А, около меня летит. Я по карте просто ориентируюсь, ребят. Здесь финальчик такой, да, чуть-чуть напряженность, не спорю. Но до, то, что было до этого, было довольно-таки легко проходить. Хотя это тоже, наверное, не прям сильно так напряжно, знаете, сильно, блядь. Не сказал бы, что это напряжно прям. Просто тебе нужно контролировать все вот в финале, видишь, тут надо везде туда-сюда, туда-сюда ходить. Хотя вроде бы как показывать, где уже типа фигачит. Это пока лайт, это уже лайт идет. Нужна новая ракета. Если поверишь, что случится, что-то там. Так вот, ребята, бывает тоже. О чем вы хотели? Так тоже бывает. Я просто, видимо, с первого раза, ну, типа, когда первый раз уже, ну, походил заново, я, значит, я не понял, что нужно делать. Я думал, ну, я понял, что нужно зачищать, но не думал, что нужно прям все контрить. Я думал, что они прям, ну... О, уже быстрее началось. Уже видишь, по две пошли. Ну все, обнаружена система спускания. Запуск ракет отмечена на радаре. Не должен отсутствовать ракета.
Ебать, что нахуй? Мальчик, уйди отсюда, блядь. Каким образом я туда должен залезть? А как, ну что? Вот это что сделать? Нет. Talk to me, Tony. Ты чё, Тони? Конец. Все вышло из-под контроля. Я поговорю с Вашингтоном. Посмотрим, смогу ли я. Нет, это моя ответственность. Тони. Тони. Я верну Пеппер домой. Ну вот так вот. Все, это финал. А, вот еще. Остров Злавка. Хорошо. Для сколько здесь их всего? Ну, давай, ладно, еще сейчас вот эту пройдем, почему бы нет. Погнали эту пройдем и, собственно, посмотрим. Если не финал, то продолжим в следующей серии. Но я думаю, это финал уже должен быть, по идее. I want that unit vetted for mass production immediately. Yes, sir. Are you hurt? You shouldn't have come. They were using me to get to you. Who? AIM? Please. They're insane. And they failed. And now I'm gonna take them down. Tony, no. It's too dangerous. Trust me, I designed those weapons, Pepper. I'm the only one that can do this. But what about Stain? He tried to kill you. And AIM tried to kill both of us. Stain won't leave. AIM is desperate. And they're not going to stop just because you want them to. But they're too powerful. They'll... And that's exactly why I have to go after them. What can I do? Get to the office. If Obi's got a plan, I need to know what it is. Okay. But it may take a while. Hey, we'd be careful, Pepper. I just don't know what Stain's capable of anymore. О, кот босс будет. Смотрим, как будто показали здание, но мы подумали, что это. Тут нечто залагало, блядь. Ошибка. Короче, игра вылетела, ребят, поэтому давайте продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр, дорогая серия была. Принесу увидимся в следующих сериях. Давайте.